Казахстанские пейзажи, уральские натюрморты и очаровательные котики. В Первоуральске сегодня открылась выставка художницы и дизайнера Тианы Кас. В экспозиции представлено почти полсотни работ. Любое мгновение, как падает свет, если он кажется красивым, то это можно запечатлеть и написать. Как ложится тень, это тоже интересно. Я не профессиональный художник. Может быть, будет интересно тем, что что-то увидит такое родное, близкое, понятное. Свою творческую биографию Тиана Кас начала 20 лет назад. В то время она жила в Казахстане, в городе Балхаш. Именно поэтому одна из главных тем – красота степного края. Но большинство представленных на выставке картин написаны автором за последние 2 года, уже на Урале. Большая доля в творчестве отведена натюрмортам. Художница часто и охотно пишет фрукты и цветы. Несмотря на то, что Тиана не является профессиональным живописцем, в своей работе она использует только холст и масляные краски. Посетить выставку первоуральцы могут совершенно бесплатно в Музее истории ПНТЗ. Примечателен тот факт, что данная выставка персональная и является дебютом для автора в городе Первоуральске. Мы приглашаем всех желающих окунуться в мир прекрасного, посетив данный вернисаж. Выставка будет работать до конца текущего месяца.